Летом операторы системы 112 фиксируют резкий рост числа вызовов от людей, заблудившихся в лесу, или от их родственников. В поиске сотрудники службы работают в тесной связке со спасателями и волонтерскими организациями. Активно используется функция геопозиционирования, автоматического определения местоположения. Поэтому, если вы направляетесь в лес, имейте при себе заряженный мобильный телефон. Он помогает найти человека гораздо быстрее.